Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня похвастушки. Вот приобрела себе новенькую орхидею в коллекцию. Такая вот у нее аккуратненькая розеточка. Листики чуть-чуть грязноваты, надо будет обработать. Так, вот такая шейка, корешки. Вроде ничего. Вон даже паучок здесь какой-то поселился. Давайте посмотрим на розеточку с другой стороны. Так, вот такой садовник у нас. Опа. Вот тут уже бутошки отваливаются. Вот такая. Чуть-чуть грунт завалился. Вот. Ну, вроде все в порядке. И что же это у нас за орхидейка? Вот. Раз, два, три. Елочка, гори. Вот такой у меня нон-липчик. Калейдоскоп. Как я давно его хотела. Прелесть. Вот такой вот. Неоновая колоночка такая. Красавчик, правда? Вот немножко еще тоже отсушивает еще один бутончик. Но есть и цельные бутончики. Будем надеяться, что они распустятся. Вот такая у меня растюха. Цветоносы немножко в плесень. Сейчас мы обработаем и листочки, и цветоносы. Я смочила спонжик, так, возвращаем назад. Я смочила спонжик перекисью водорода. И теперь протру этим спонжиком цветоносики. Так. Вот так. Хорошенько, хорошенько. А теперь спонжиком, чистым спонжиком протрем листочки. Как принимать орхидею в свою коллекцию? У меня есть несколько видео на канале. Кому интересно, пролистайте видео, посмотрите. Повторяться не буду. Я сейчас протру листочки и подключусь. Листочки я протерла. Сейчас вначале я дам чуть-чуть попить орхидейке, потому что у нее очень сухие корни, она легкая, как пушинка, хочет пить. А после того, как она попьет, я чуть позже обработаю ей листву фунгицидом. Ой, господи, фунгицидом, интоксицидом. Как всегда, я буду пользоваться своим любимым фитовермом. Фитоверм – это... Он против клещей и против насекомых. Двойной препарат. Буду пользоваться им из расчета 1 мл на 100 граммов воды. И опрыскиваю. Думаю, показывать это не надо. Вот. А пока прольем орхидейку. Для того, чтобы дать орхидейке попить, я приготовила раствор. Привикура. 0,7 мл привикуры на пол-литра воды. И этим раствором я сейчас пролью орхидейку. Проливать буду ее с помощью своей любимой груши по краешку горшка, потому что у нас в орхидее, конечно, есть торфяной горшок. И чтобы его не намочить, поливать нужно по краешку горшка. Совсем. Я поставила орхидейку в тарелочку, и вот как раз
по край тарелочки я налью, чтобы она потом постояла и попила. И с другой стороны, по краешку горшка, по краешку. Ну, дорогие друзья, с новой орхидейкой меня. Напишите мне в комментариях, любите ли вы этот сорт орхидеи, есть ли он у вас в коллекции. Вот. Ну, а пока мы будем наблюдать за этой орхидейкой, чтобы она хорошо адаптировалась и прижилась в моей коллекции. Спасибо вам, дорогие друзья, что были со мной. До новых встреч. Ваша Люка.